Друзья, всем привет, с вами Капанда, сегодня играем мой любимый Roblox Tower Battles. И многие подписчики меня просили поиграть только одними танками. Короче, я буду играть только фермами и только джипами, патрулями. И максимально потом посмотрим, сколько я смогу максимально волн продержаться и попробую апнуть их, успеть до танков. Но я, насколько знаю, будет тяжело, потому что где-то там ближе к 20 волне идет босс, у которого 1600 жизней. Второй, и из-за этого большие, короче, проблемы получаются. Так, давайте поставим наш первый джип. Вот они, поехали. На первом уровне у него 25 жизней. Если его апнуть на второй уровень, появляется бампер за 380. У него уже в два раза больше, даже чуть больше, чем в два раза больше. Не 50, а 60 становится жизней. На третий уровень, когда мы апаем за 380, также у него появляется C4, который наносит сплэш урон по зомбам, но он маленький, в районе, по-моему, 5 он наносит. На четвертом уровне за 1200 у него появляется сверху, вот здесь в кузове, пулеметчик, который едет и нахлобучивает. И на танке, это на пятом левеле, получается 7900, если не ошибаюсь, память мне стоит. Появляется танк, у него 600 жизней, он также едет и стреляет еще из своей пушки. Вот, как-то так. Давай попробуем чисто фермами и джипами. Так, что нам нужно сейчас сделать? Нам давайте кому мамочки, что-то их тут много. Так, пока я читал, все смотрел, вспоминал. У нас куча мобов наспаунилось. Так, мне нужно ферму побольше поставить и джипов. Давайте поставим еще джип и апнем его максимально, как успеем. Привет, дружище, привет. Так, мы играем чисто один на один вместе с моим подписчиком Ярослав. Все, тебе привет отдельный. Все, в курс дела, я вас вел. Сейчас самое главное не отвлекаться, потому что одними джипами будет тяжеловато играть. Ой, мы одного пропустили. Как он его одного пропустил? Как он проскочил между колес, что ли? Вот ты хитропопик, а. Ладно. А, нет, мы его задавили, успели. Успел у нас заспауниться джип. Все, купили мы тоже второму наш этот бампер. Вот он, бампер. Бампером прям по коленкам стучит зомбакам. Так. За 1000 я не успею апнуть. Давайте мы возьмем еще ферму. Нет, я сейчас за 1000 буду копить на ап на ферму. Потом максимальное количество нужно будет успеть. Ой, что-то тяжко будет сейчас, потому что вот эти слоули идут медленные. У них по 16 здоровья. То есть один джип у меня только их почти 4 убивает. Там 3,5, грубо говоря. А-та-та-та-та-та-та-та. Нет, давайте я, наверное, не успею апнуть ферму. Сейчас посмотрим. Мне нужно срочно ставить еще одного джипаря. Ставим еще одного джипаря и апаем его, потому что будет тяжко. Так, и еще, наверное, давайте одного поставим. И максимально апнуть его надо. В принципе, выгодно апать его только пока на второй уровень, потому что на третий уровень стоит 380 тоже, но жизни не добавляются, а добавляется только C4. Это не особо выгодно. Но танк, конечно, на пятом левеле, у которого уже 600 жизней, это выгодно довольно-таки. Это очень прикольно. Так, давайте глянем, чем у нас там играет наш сосед. Ярик, ты чем играешь? У тебя тоже джипы, тоже ферма одна есть, я смотрю. И, в принципе, пока все у нас, да? Пока больше ничего нету. Так, а у нас... А у нас... Почти ферма есть на четвертый уровень. Осталось 120. Маленечко осталось взять, совсем чуть-чуть. О, 70 осталось, 70. Так, 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 успеем мы не тапнуть. Давайте успеем, я думаю, возьмем. Сейчас 70 накопится, апнем ферму и будем уже дальше джипари апать. А, у нас еще вот этот джипарик не апнутый. Та-та-та-та-та-та-та. Нет, надо успеть быстро, 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 быстро. Есть, успели, апнули. Как раз сейчас еще придет волна и нам уже принесет 5-хатку он. 500 он приносит, ферма на 4 уровень, на 5 уровень уже 1500. Так, мне нужно срочно апнуть вот этот джип. И потом я, наверное, буду копить, ну что, еще на следующую ферму. Либо будем... Нет, мы, наверное, потом поставим еще одного джипа, апнем его на второй уровень, а потом уже будем фермами дальше заниматься. Все. У меня 4 джипа на второй уровень. 6 на 4, 240 получается, за одну волну он не сносят. Нормально, довольно-таки нормально. Так, давайте апнем, поставим и апнем ферму. Так. И налейку за 550 надо накопить. Так, сколько у босса осталось? У нас это с 8 волны он идет. Первый босс на 8 волне. Так, за 3 джипа, короче, они его снесут.
по 60, если у этого 180, получается, да, за 3 джипа сносят одного босса первого уровня. Как у соседа дела? Так, 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 у него они апнутые. Так, тоже на второй уровень. Но он также играет. Смотрите, у него тоже ферма. И 4 джипа на второй уровень. Практически так же, как и я, играет. Так, лейку берем и еще апаем. Все, успел я, проапал. Но теперь главное булки не расслаблять. Потому что сейчас уже пойдут вот эти медленные и хайдены. Точно, точно, точно. Так, прочно. Надо накопить еще на одного патруля. Еще один патруль воткнем и апнем также этот джип на второй левел. Так, а у нас две фермы 4 уровня, они приносят по 500, нормально. Давайте ставим еще одного и апаем. Почему выгодно ставить еще именно много их? Потому что они чаще спавнятся. Если говорят, ты апни лучше максимально до танков одного, так он будет ходить очень редко. Но, конечно, что один там танк, он лучше, чем 10 джипов. Но нужно делать все постепенно, иначе мы не успеем. Так, две фермы у нас. Давайте воткнем третью ферму. Апнем ее максимально. Так, на 1000 не хватает. Так, у нас уже идет, между прочим, два босса. Сейчас уже будет тяжело. Так, а у нас 5 джипов. Нет, давайте я поставлю еще один патруль. Апнем до второго левела ее. Все, пока вот так. И можем ферму апнуть. Все, нормально. У меня 1, 2, 3, 4. Все, пока все под контролем. Хотя я и не знаю, под контролем. У нас идут два... Они, кстати, вообще практически целые. Обалдеть. И у нас еще куча идет хайденов. Так, 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 за 1000 нормально. Давайте мы поставим еще одного джипа. И апнем его максимально. Раз. И поставим еще одного. Ну, получается, у меня будет, наверное, 5 ферм и 10 джипов. Пока вот такой вот план. 5 ферм поставить и 10 джипов. Но все они, чтобы пока были второго уровня. Вот так. И еще одного. 380 пока не хватает. О, у меня еще этот не апнутый. Ой, а что, на третий уровень, что ли, апнул? Ну ладно, на третий уровень пускай будет апнутый, потому что там появились C4. Где у нас этот джип C4? Где он выехал? Где? Не вижу его. Пока не вижу его. Так, мы его можем ферму еще поставить. Давайте, пока у нас есть... Лавандосик, поставим ферму, апнем ее максимально. Так, апнем нашего джипаря раз и апнем джипаря, почти хватает денег, не хватает еще одного. Ну, 380. Вот он, кстати, у нас апнутый на третий левел, C4 появился. Он наносит при взрыве сплэш урон. Сейчас он взорвется и нанесет по пятерке всем вокруг, рядом стоящим зомбакам. Этот просто взрывается, а этот должен со сплэшем взорваться. Так, за 380. Ну что, я могу апнуть? Нет, когда у нас там? Так, у нас уже идет, между прочим, некромансер, который поднимает зомбаков. Вот он, сейчас взорвется. 20 осталось. Бенчик взорвался и нанес всем по 5. Не так много, но все равно. Так, фермы у меня 4 штуки 4 левела. Нет, нужно еще одну воткнуть. Успеть сейчас. Быстренько, быстренько, быстренько. Блин, мне бы, конечно, проапать максимально до танков сейчас успеть. Может, лучше до танков успеть. Ага. 3000 у меня есть. Нет, давайте мы поставим еще одну ферму. Четвертую. Максимально тоже ее апнем. За 1000. Все, теперь я буду копить, попробую на танки. Потому что скоро пойдет босс. Второй. У него будет 1000... Ой, 600, по-моему, жизней. И будет тяжело его одними джипами, у которых по 60 жизней, очень тяжело будет убить. Так. О, у него есть уже команда. Прикольно. У него еще есть Рео Ганнер. Вот, ему боссов будет гораздо легче бить. Мне с одними джипами будет тяжеловато. Так, ладно. Что у нас тут, кто идет? Два идут босса. А, один босс идет. И куча мистери, которые могут при смерти заспавнить тоже боссов. Это плохо. Но пока они не спавнят. Самое главное, чтобы они спавнили кого-то мелочевку какую-то. Чтобы боссы не вылазили. Так, 5000 уже у нас. Нормуль. Так, я, конечно, могу ферму апнуть на 5 левел, чтобы она по 1500 приносила. Но я не буду рисковать. Я буду копить сейчас на танк. Вот, 7900, правильно я вспомнил. 7900 стоит танк. У него будет 600 жизней, и он будет еще из пушки стрелять.
будет прикольно. Я надеюсь, что я успею на него накопить. Самое главное, чтобы босс не пошел тот, у которого 1600 жизней. Мне надо успеть. По-моему, он идет на 20 или на 19 волне. Что-то я уже сейчас не припоминаю. Я сейчас накоплю на танк, а потом уже буду копить на фермы. 7900 уже почти есть. Ну, где наш первый танк? 7900 почти. Ну, 100 не хватает. Чуть-чуть. Сейчас мы вот этих задавим. И все, и докопим. Все, остался полтинник. 10 и поехали. О, все, танк. Танк готов у нас. Где он выезжает? Вот он, красавец. Есть, у нас есть первый танк. Так, я могу еще вообще джип поставить? Все, у меня получается 5 ферм и 10 патрулей. Больше не дает, то что на плейс можно поставить всего 15 башен. Так, теперь я буду апать наши фермы. Джип у нас есть, апнутый на 5 левел. Я более-менее спокоен. Теперь нужно нам проапать наши фермы. Они у меня все 4 уровня, приносят по 500. На 5 уровне будет приносить по 1500. И дальше план такой, что буду дальше апать наши патрули до 5 левела. Да, о. Кстати, вот он пошел, босс. На 17 волне, что ли, уже? 1600 у него жизни, обалдеть. Вот здесь уже будет тяжело, потому что все джипы наносят по всего по 60 ему урона. Но танк будет нормально нахлобучивать. Где у него радиус, сейчас он будет по нему стрелять. Все, вот он стреляет. А, у него и стреляет еще этот... Обычный пулемет, еще он стреляет сплэш уроном, когда из своей основной башни. Все нормально, нормально. Ну, надеюсь, он не врежется. Нет, у него 1600. Ну, ладно, он его убьет сейчас. У него еще осталось 200 жизней. Так, апаем ферму на 5 левел. Все. И апаем... Не апаем, точнее, наведем пока. Сейчас бегу, гляну, как там у Ярика дела у нас. Так, у него, короче, тоже есть патрули. 5 штук. Фермы, 2 штуки. О, командир. И апнутый на 4 уровень уже с 2 6-стволками командос. Прикольно. И командир, который его бафает. И риоганнер. Кстати, вот командира лучше вот зачем он сюда вот поставил риоганнера? Нужно было поставить его посередине, чтобы у него был, чтобы он закрывал всю карту. И поставить командира вот сюда под него. Очень хорошо бафает командир и риоганнера, чтобы быстрее была перезарядка, потому что он стреляет очень редко. Командир вот с риоганнером хорошо совмещаются. Как бы они друг друга дополняют очень хорошо. Так, ферму могу апнуть. Раз. Все, пока нормуль. И на следующий ферму не хватает нам 500. 400 не хватает. Так, либо мне копить еще на этого. На босса нет, вроде пока нормуль. Мы все зачищаем. Все, пока я себя чувствую более-менее уверенно. Сейчас нам нужно еще апнуть ферму. Давай, 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 моя хорошая. Осталось 190. Быстро-быстро, надо успеть до волны, чтобы она принесла нам уже 1000 на больше. Не 500, а 1500. Все, я успел, апнул. Сейчас она нам принесет 1500 уже. Сейчас надо посмотреть. Может быть, мне апнуть еще на одного танка. Либо... Нет, пока вроде все нормально. Я поставлю еще ферму одну. Так, и еще. Если успею, то будет вообще огонь. Давайте я успею на последнюю ферму за 1500, чтобы она приносила. Стоит она 4500 на 5 левел. Давай, 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 моя хорошенькая. Осталось 500. Конечно, будет, наверное, тяжело мне одними джипами, одними танками, но я буду стараться. Ну что, ставим еще одного танка. Раз, два, три. Не, не хватает. Не хватает маленько 1000. Буквально 1000-1300 нужно. 1200. Давайте глянем, как там. У нас уже 21 волна. Ну, мне кажется, я где-то до 20, ну, может быть, 6 до 27 волны доживу с одними только джипами. Потому что они так-то не особо-то и сильные. Команда гораздо сильнее, чем танки. Но самые сильные, конечно, это риоганнеры, фазеры и зет. Это просто топовые юниты. Так, а я, между прочим, почти уже накопил. 7900. Есть. Есть на попке шерсть. Так, и апаем. Воу-воу-воу-воу-воу. Фермы уже нормально мне приносят. Так, давайте апаем еще до танков максимально. Нет, не хватает пока маленечко. Не хватает, не хватает 700. Сейчас доберем, и у нас будет уже третий танк. Пока у меня два танка всего. Патруль пятого левела, патруль пятого левела, да. Но 500 осталось. Давайте, мои хорошие. Воу-воу-воу, уже два зомбака идут. Два зомбака, два босса второго уровня. Будет уже тяжко. Так, апаем.
все апнули. Давайте теперь максимально проапаем четвертый патруль. И будем ждать, когда пройдет у нас волна, чтобы принесли деньги нашей фермы. Есть. Все, у меня четвертый танк уже. Раз, два, три, четыре. Четыре танка, это хорошо, это очень хорошо. Так, 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 так. Хорошо, хоть, блин, они сплэш урон наносят, потому что идут вот эти лавовые. У них жизни по 120, это очень много. И они еще и взрываются. Сплэш урон хорошо наносит вообще. Давай, 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 босса валите. Так, давайте пятого. Постараемся накопить на пятого танка. Сейчас принесут фермы наши на 24-ю волну, и я куплю пятый танк. А пока что-то тяжело уже становится. Чем дальше, тем сложнее. Тут еще два босса идет, обалдеть. Ладно, ладно, давай, нахлобучивайте, нахлобучивайте. Так, так, так. Есть. Все, у меня уже 5 танков. И нужно теперь оставшиеся 5. А, капец. Дорого, но что делать. Давайте глянем, как у соседа. У него 2 фермы, тоже апнутые максимально. На 5 левел. Джипари. Воу-воу-воу-воу-воу. Уже 5 уровня. У него 5 уровня появился командос. Вот он. Лазерные шестистволки у него. Они тоже хорошо нахлобучивают. И риоганнер. Но риоганнеров, конечно, вот сюда надо ставить, в центр. Чтобы они максимально закрывали всю карту. Когда он сбоку стоит, он только полкарты закрывает. Максимально всех нужно вот здесь сосредотачивать. И вот здесь. Так, ну что, мне хватает на танк? Нет, не хватает на танк. Еще нужно 1000. 1200 нужно. Глянем, что там у нас творится. Сколько у боссов жизни осталось. Одного босса завалили, второго еще практически целый. Ну, сейчас эти товарищи поврезаются. Бэм-бэм-бэм. И что у него осталось? Осталось совсем ничего. 500. Сейчас еще танк отрежется и все. Все, босса завалили. О, уже хайдены идут. Мы же по хайденов-то видим. Да, хайденов мы видим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Раз танк проапали мы. И еще даже, наверное, хватит на еще один танк, да? Да, все, огонь. У меня уже 7 танков, осталось еще 3. 3 проапаем, потом я фермы продам и поставлю еще 5 танков. Если, конечно, до туда доживу. Но я буду стараться. Чисто катка будет одними танками. Танковая битва. Глянем, что там у соседа дела, у Ярика. Он-то завалил боссов этих. Да, он тоже их завалил. Ну, хорошо нахлобучивают. Очень хорошо нахлобучивают командос и риоганнер. Кстати, он почему-то риоганнера не апает. Он решил чисто одними миниганчиками. Ну ладно, его выбор. Пока мы идем наравне, 100-100. Вау, но мне будет тяжко. Одними джипами будет, конечно, тяжко. Но я буду стараться. Так, апаем. Нет, не апаем, не хватает 1000. Все, теперь хватает. Так, осталось 2 танка всего. Раз. Давайте я максимально вот так вот проапаю. Все, у меня осталось 2 патруля 4 уровня. И сейчас я уже отдал из них проапу. Мне нужно дождаться конца волны. О, уже эти лайтинги побежали, они очень шустрые. Но мы хорошо вроде с ними расправляемся, и у нас идет босс второй. Но он хорошо, что он один. Ну нормально, сейчас 2 танка в него воткнутся и все. Так, апаем раз. И... все. Я проапал всех свои джипы на 5 уровень. У меня 10 штук их. Теперь я буду продавать фермы и ставить... еще патрули и апать их. Такой план пока. Сейчас накопим хотя бы 1010, наверное, да, и продадим ферму. Подождем, пока она принесет нам. Как только она нам принесет денежки, я ее продам. Нужно дождаться волны следующей. За 2125 я могу ее продать. Ну, ну, давай волна. Волна, приносись, и я тебе продаю. Ферму. 27-я волна уже идет. Обалдеть. Я думал, ну да, я где-то так и планировал. 28-я, думал, 29-я максимум я доживу. Ну нормально. Вроде танками более-менее пока еще можно держаться. До 30-й, может быть, я смогу пройти. Все, давайте я продаю даже 2 фермы. Раз, продам ферму. И продам 2 ферму. И поставлю 2 танка. Раз. 2. И максимально их проапаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел танчик погулять. И здесь раз, два, три, четыре, пять. Все, нормуль. У меня еще 4000 осталось. Армия танков просто прет. Прет армия танков, обалдеть. Вот так они выглядят. Апнутые на 5 уровень.
прикольно, мне нравится. И вот так выглядит, когда они едут. Ой, тут два танка, что ли? Точно, здесь два. Вау, армия танков у нас просто. Смотрите, у нас, кстати, все зачищено, да? Да, у нас все зачищено. Так, глянем, что у соседа там. А у соседа тоже все нормально. Так, Хайден идет. Хайден не идет уже. Хайден помер. У него тоже танк уже, между прочим, есть. У него есть танк. Не, ну реоганеры, конечно, затащат. Реоганеры вместе с командосами. Тут я не сомневаюсь, что я проиграю, но я хочу посмотреть, сколько я смогу продержаться. Я уже продержался до 29 волны. И, кстати, пока вроде так нормально. Не ощущаю я особых проблем. Так, давайте продаем ферму. Одну. Раз. И ставим еще джипа. Джипа максимально апаем до танков. Все, у меня их уже 13 штук получается. Две фермы есть у меня, значит 13 джипов. Ну что, продадим еще одну ферму? Нет, сейчас дождемся, когда она нам принесет 1500. И после этого ее продадим. И как раз где-то примерно 10 тысяч нужно, чтобы максимально апнуть. С нуля до 5 левела патруля. Все, затишье перед боем, что-то так все тихо. Ну, конечно, Войда, у которого 500 тысяч жизней будет, никакие танки никогда не забодают. По 600 всего будет снимать. Это очень мало. Это очень-очень-очень мало. Но, смотрите, мы продержались уже до 30 волны. О, Powerful Boss. Босс. Мощный босс. Вылазит, где он, товарищ наш? Давай, вылазь. Где мой хороший? Короче, куча хайденов у нас идет. Скрытых. Так. Я же хотел ферму продать. Быстро. Нужно ферму продать. Ферму продаем. И ставим джипа. И максимально апаем его. Ап. Все, нормуль. И нам остался последний. Последняя ферма осталась. Ну что, давайте продаем ее. Все равно нам денег хватит. И все, мы ставим последнего джипаря. И максимально его апаем. 1, 2, 3, 4, 5. Танк, выезжай. Все. Больше мне не ничего тратить деньги. У меня максимальное количество их. 15 штук. Все, больше я не могу поставить. Ты можешь поставить только 15 таверов. Все, и теперь нам остается только ждать и наблюдать. Глянем, что у соседа там. У него 3 фермы 5 уровня. У меня одни только танки. Так, у него 2. Ага, 3 уже 5 левела миниганчика. Один четвертого. Их усиливает командир. И какого? По-моему, это третьего уровня у него. Либо четвертого, уже не помню. Реоганер. Вау. Боссы пошли. Вот сейчас мне будет тяжело. 31. Как думаете, выживу я? Нет? Делайте ставки, господа. Не знаю, затащу ли я, не затащу эту 31 волну. Тут куча боссов идет. Еще и хайданы. Но чем хорошо, они хоть стреляют. Пока они до них доезжают, у них жизни уже маленько покоцаны, и танк когда взрывается. А, еще и боссов он не видит скрытых, обалдеть. Он не стреляет по ним, смотрите. Точно, они не стреляют по хайден боссам. Получается, танки не видят их. Это очень печально. И, кстати, хайден боссов я выяснил, что не видит и реоганер. Это очень печально. Ладно, хотя бы танки тогда своим телом задавят хайденов. И здесь по куче мы долбим. Но основ, конечно, ударная сила у них, то, что они давят их своими жизнями. 600. Вот эти пулеметы их и выстрелы так коцают, но не особо сильно. В основном они коцают именно, когда их давят, врезаются в них. Вот опять пошли хайденов, а по хайденам мы не стреляем. Но сейчас они будут стрелять по мистери. И мистери, так как сплэш урон, будут задевать этих хайденов. Вот сколько у него там? Всего 20 отняли, обалдеть. Отняли всего 20. То есть немного снимают вот эти пулеметы и выстрелы. Вау, вот наша армия, здоровенная армия танков. Уже у меня 38 тысяч жизней. Конечно, можно было бы Зеда поставить и затащить, но мы не будем это делать, потому что я хочу попробовать посмотреть, сколько максимально волн можно продержаться чисто одними только танками. Между прочим, 32 волна уже идет. Вау. Это нормуль. 32 волна. Мне кажется, может быть, я доживу. Ну, до 38-й это навряд ли, мне кажется. А может, и до 38-й смогу дожить. Но это не точно.
Будет очень тяжко. Ну-ка глянем, как у него дела. Смотрите. Вот так я сравниваю. Не, мы, кстати, в принципе, практически идем одинаково. Нет, он побыстрее все-таки их убивает, гораздо быстрее. У него уже два Риоганнера, которые за один выстрел, по-моему, по 400 снимают. На пятом левеле Риоганнер снимает за один выстрел 400. И вот сюда, конечно, лучше ему вот командира поставить, чтобы он их быстрее гораздо, перезарядка будет на 20%. Они гораздо быстрее будут стрелять. Это будет очень-очень эффективно. У него еще есть что апать, у меня уже нечего. Я уже все проапал. Ему, конечно, потом лучше миниганчиков продать, поставить чисто одних Риоганнеров, потому что они в два раза практически мощнее. На пятом левеле мощнее в два раза, чем на пятом левеле миниганчик. Примерно как-то так я смотрел на Вики. Но танков нужно ему оставлять, чтобы зачищать вот эту мелочевку. А риоганнеры хорошо справляются с боссами. Ладно, как у нас там дела? Мы скоро уже сольемся, я думаю. 33-я волна идет. Нет, мы еще пока держимся. Вау, сейчас будет очень тяжко. У нас идет куча невидимых хайденов. Сколько их тут? Штук 10, да, наверное, примерно. Ай, а у этих по 3200. Босс номер 3 золотой. Вот этот вот шляпе. У него 3000 жизней. Это получается, мы тратим... Обалдеть, столько танков тратим, чтобы только убить одного босса. Все, короче, 34-я волна. Эту волну мы вряд ли уже затачим. У меня осталось 80 тысяч жизней. Я так понял, что максимально одними танками можно затащить 34 волны. Все, дальше мы уже не пройдем, это стопудово. Все, good game, хорошая игра. Все понятно, 34 волны я затестил. 34 волны можно максимум продержаться только одними танками. Ну, это было эпично, это было прикольно, мне понравилось. Ха-ха. Все, спасибо Ярику за то, что поддержал меня в этом видео. Все, друзья, мы затестили, в принципе, свою задачу я выполнил. То, что я хотел, я сделал. Мы посмотрели, сколько максимально можно было продержаться одними только танками. Все, друзья, с вами был Капанда, увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока!